Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите тележурнал «Кузбасский ковчег». С вами я, его ведущий Дмитрий Ретих. Смотрите сегодня в программе. 30 лет спустя. Главный собор Кузбасской митрополии отметил престольный праздник. Великий русский полководец, правитель, мыслитель и, наконец, святой. В Киселевском храме в честь святого благоверного Александра Невского митрополит Аристарх совершил праздничную литургию. Институты памяти в условиях социокультурного развития региона. В Музее истории православия на земле Кузнецкой состоялся круглый стол. И еще один престольный день. В домовом храме Кемеровского епархиального управления прошло праздничное богослужение. И снова Знаменский. О том, как прошла божественная литургия, спустя 3 десятилетия после освящения закладного камня под Знаменский кафедральный собор, расскажем в рубрике «Без комментариев». Девятого и 10 декабря главный храм Кузбасской митрополии отметил 30-летие со дня начала литургической жизни. Вечером 9 декабря, в канун празднования иконы Божией Матери Знамения, в Знаменском кафедральном соборе было совершено всеночное бдение. Службу возглавили митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, архиепископ Горно-Алтайский и Чемальский Калистрат в сослужении клириков Кемеровской и Горно-Алтайской епархий. На вечерней диаконы прочли паремии, отрывки из ветхозаветных книг, в которых усматриваются пророчества о Божией Матери. Последование литии возглавил архиепископ Калистрат, он же освятил на вечерний хлеб, пшеницу и масло. Песнопение всеночного бдения исполнили архиерейский хор Знаменского собора под управлением Жанны Чеботаревой и будничный хор кафедрального храма. На поле Елеи священнослужители пропели величание у храмового образа Божией Матери Знамения. Благословенна ты, жена, и благословен плод чрева твоего, и откуда мне сие, да приди Мати Господа моего ко мне. Управляющий Горно-Алтайской епархией на утренней прочел Евангелие, а позже помазал священным маслом клириков и прихожан собора. Согласно сохранившейся летописи, первая божественная литургия возрождающейся Знаменской приходской общине была совершена на Пасху 89 года в частном доме на месте нынешнего соборного комплекса. В день престольного праздника 10 декабря 89 в Кемерове был организован многотысячный общегородской крестный ход, завершившийся у места, где сегодня возвышается Величественный собор. Тогда благочинный церквей Кемеровского округа протоиерей Алексей Курлюта в сослужении сонма духовенства возглавил чин освящения закладного камня в основании церковного здания. Так было положено начало строительству Знаменского кафедрального собора. О том, как прошла праздничная божественная литургия спустя ровно 30 лет, расскажем в рубрике «Без комментариев» в конце программы. Шестого декабря, в день памяти благоверного князя Александра Невского, свой престольный праздник отметил храм в честь этого святого в городе Киселевске. Божественную литургию возглавил митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх. Личность благоверного князя как выдающегося правителя, политика и подвижника православной веры имеет особое значение для нашего Отечества. Чтят его память и в Кузбассе. Церковная община в честь этого святого появилась в Киселевске еще в 2000 году. Благословением архиепископа Кемеровского и Новокузнецкого Сафрония ее настоятелем был назначен благочинный Киселевского округа протоиерей Михаил Яськов. Строительство и освящение церкви было завершено в 2006 году. Господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и свято-троицкие Сергиева, пресвященного архимандрита,
да поменен Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, в веки веков. По окончании литургии митрополит возглавил славление у иконы храмового святого. После исполнения хором тропаря и кондака владыка прочел молитву благоверному князю Александру Невскому, а затем совершил окропление храма и его прихожан святой водой. Евангелист Матфей приводит слова Спасителя, обращенные ко всем людям, его последователям. Эти слова говорят о следующем. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я вас упокою. Возьмите иго мое на себе и научитесь от меня. Я как кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Так говорит ко всему человеческому роду, в том числе и к нам с вами, сам Бог. Он говорит о себе не о как грозном военачальнике, не как о мудром правителе, который обладает абсолютной властью. Бог говорит о кротости и смирении. Бог кроток, величайшая сила, объявляет своей главной особенностью кротость и смирение. Так вот, святой равноапостольный, святой князь благоверный Александр Невский стал святым потому, говорят святые отцы, что он был кротким и смиренным. Митрополит Аристарх поблагодарил отца Михаила за слова приветствия, поздравил участников богослужения с престольным днем храма. Пятого декабря в Музее истории православия на земле Кузнецкой состоялся круглый стол «Институты памяти в условиях социокультурного развития региона». В заседании приняли участие ректор Кемеровского государственного института культуры Александр Шунков, директор Кемеровского филиала Государственного русского музея Виталий Зотов, председатель комитета законодательного собрания Кузбасса по вопросам образования, культуры и национальной политики Ирина Федорова, руководитель Центра стратегических коммуникаций Сибирского кластера искусств при Департаменте культуры и национальной политики Кемеровской области Елена Поличук, директор Государственного архива Кемеровской области Людмила Сапурина, заведующая кафедрой музейного дела КимГИК, кандидат философских наук, доцент Дарья Родионова и руководитель епархиального музея Ольга Шалабанова. Работу круглого стола открыл митрополит Кемеровский Прокопьевский Аристарх. В этот день благодарим всех людей, благодаря труду, усилиям и средствам которых мы имеем возможность сохранять и приумножать историческое и культурное наследие церкви. Перед нами стоит одна цель – сохранить, приумножить и дать возможность нашим труженикам Шахтерского края, жителям Кузбасса и духовно, и эстетически питаться великой традицией русского искусства нашего народа, наших предков, которые создали такую великую страну, где мы с вами живем. От лица всех православных кузбассов приветствую участников этого мероприятия и призываем Божие благословение. После приветствия участники круглого стола обратились к собравшимся с докладами. По итогам 2018 года посещаемость 10 ведущих крупнейших столичных художественных музеев, ну столичных, как Москва и Санкт-Петербург, составила 15 957 731 человек. А посещаемость 10 крупнейших региональных художественных музеев составила всего 2 382 тысячи человек. 2018 год в Кузбассе, вот этот новый всплеск, связанный с тем, что мы начали изучать историю, обратились к страницам нашей истории. В связи с 300-летием открытия промышленного освоения Кузбасса. Создана большая рабочая группа, в которую входят ученые Кемеровского университета, прежде всего студенты, которые сегодня занимаются изучением исторических документов везде, где они сегодня имеются и где сохранились. По окончании пленарной части хозяева и гости форума встретились на диалоговой площадке, где обсудили проблемы сотрудничества разных общественных институтов в вопросе повышения интереса молодежи к изучению культурного наследия региона и России. Это уникальнейший в мире музей, и мы привезли их экспонаты,
Мы обращались. Вы знаете, что отвечали учителя? Вы почему нам насаждаете христианство? Да. У меня волосы вставали дыбом. Я говорила, мы рассказываем о религиях мира, о культуре. Мы рассказываем о великом русском искусстве. Не было в России Рафаэля в 15 веке. У нас была икона. Как завлечь? Как привлечь людей? Давайте покажем, что такое кавалерист. Как седлают там эту лошадь, не знаю, посадим его, чтобы он смог себя почувствовать в этом. А специалист... Седьмого декабря в домовом храме в честь святой великомученицы Екатерины Кемеровского епархиального управления состоялась божественная литургия по случаю престольного праздника. Благослови, душа моя, Господа, и не забывайся воздаяния Его, очищающегося беззаконие Твоя, исцеляющегося недуги Твоя. Великомученица Екатерина – Александрийская царевна, которая, пережив встречу со Христом, полностью изменила свою жизнь и не испугалась принять за него мученическую смерть. В истории Екатерина осталась известна также своей красотою и мудростью. Праздничный день на службу в домовом храме собрались сотрудники Кемеровского епархиального управления и прихожане других храмов Кемерово. Благословлю Господа на всякое время, вына хвала Его в устех моих, а Господи похвалится душа моя, да услышит кроцы и возвеселятся. По завершении литургии священник совершил славление иконы святой великомученицы Екатерины. После богослужения отец Дмитрий поздравил всех с праздником и зачитал телеграмму от губернатора Кузбасса Евгения Цивилева. Ваше преподобие, уважаемый отец Дмитрий, от всей души поздравляю вас, духовенство, церковнослужителей, всех прихожан с престольным праздником. Большое спасибо за ту огромную духовную работу, которую вы проводите в своем приходе, помощь землякам, которые в ней нуждаются, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и неприходящих моральных ценностей. Благодарю вас за приобщение наших сограждан к жизни по заповедям Божьим, развитие традиций благотворительности и милосердия, поддержку добрых дел, администрации Кемеровской области и органов власти всех уровней. В этот светлый день желаю вам и вашим близким крепкого здравия, семейного благоденствия, душевного тепла, успехов в трудах на благо родного Кузбасса. С уважением, губернатор Кузбасса Сергей Евгеньевич Цивилев. В этот день священник Дмитрий Соломатов вручил поздравительный адрес по случаю именин присутствующей на богослужении Екатерине Стась, которая долгое время трудилась в администрации Кемеровской области в качестве председателя комитета по взаимодействию с религиозными организациями, а позднее советника губернатора Кемеровской области. Уважаемая Екатерина Николаевна, в день ваших святых именин примите самые теплые поздравления и благодарность за ваши труды во славу и благо Русской Православной Церкви. Вы внесли большой вклад в становление Кемеровской епархии, в создание духовных школ, в развитие взаимополезных отношений Церкви с государственными, образовательными и социальными структурами. Вы носите красивое святое имя Екатерина. Вашу небесную покровительницу называют избранным чистоты сосудом, столпом православия, надежной предстательницей нашей, премудрой Девой. Искренне желаем, чтобы святая Екатерина была всегда для вас верной помощницей и образцом для подражания, чтобы по ее молитвам всемилостивый Господь даровал вам крепость телесных и душевных сил, помощь во всех ваших делах, уважение, христианскую любовь и благополучие вашему семейству, близким и родным. Спаси и сохрани вас Господь, Аристарх, митрополит Кемеровский и Прокопьевский, глава Кузбасской митрополии, 7 декабря 2019 год.
Почему так важен и нужен престольный праздник? Потому что он напоминает нам о священном прошлом. Он говорит нам с вами о том, что мы должны обращаться в своей человеческой жизни к силе Божией. Посредством молитвы Царицы неба и земли, посредством молитвенного предстательства наших с вами святых угодников Божьих. Уважаемые телезрители, каждое ваше мнение крайне важно для нас. Свои замечания или комментарии вы можете сообщать нам по телефону или адресу, которые вы видите на своих экранах. На этом у меня все. Увидимся через неделю.